Масленица может обжигаться, предупреждают сотрудники МЧС. Так, по статистике, которую управление ведет на протяжении многих лет, 22 и 23 февраля в области не обходится без пожаров, большинство из которых возникают в жилом секторе, частных домах и квартирах. При этом из года в год в праздничные дни гибнут люди. Причины банальны: в состоянии алкогольного опьянения отдыхающие просто забывают об элементарных правилах безопасности, не контролируют огнеопасные бытовые приборы или, что хуже, засыпают сигаретами в руках. Нередко причинами трагедии становятся и дети, которые по недосмотру взрослых играют зажигалками. Кроме этого, МЧС напоминает, что сжигать символ масленицы, чучело, можно только в специально отведенных администрацией города местах. Нарушителям грозит крупный штраф. Но у нас риски с пожарной ситуацией во время масленицы связаны с тем, что традиционно люди сжигают чучело во время масленицы. При этом не соблюдают установленных требований безопасности. И сгоревшее чучело во время порывов ветра может переносить огонь, искры на строение здания, сооружения, что может привести к пожару.